Жители села Садха к 16:30 часам заметили, что горит дом Варинки Чахоян, и они позвонили пожарную службу. В момент пожара в доме находились трое. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Пожар начался с крыши дома и распространился по всему периметру землянки и дома. Пожарная бригада Нинасмийского муниципалитета провела соответствующие меры по устранению пожара. Огонь был вскоре локализован, однако крыша и комнаты в доме все-таки пострадали от воды из бронспойтов пожарной команды. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается где-то 6 тысяч лари. Будет ли оказана помощь семье Вареньки Чахоян, об этом мы сообщим в наших последующих материалах.